Доброго времени суток, бойцы! Хамза Чимаю продолжает активно набирать популярность. На этот раз Чимаю предложил UFC устроить ему сразу 3 боя за вечер с Хорхе Масвидалем, Нейтом Диасом и Конором Макгрегором. «Мне становится скучно», — пишет Хамзат в Твиттере. «Пожалуйста, Дана Уайт, дай мне Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора в один вечер. Я смогу размазать всех этих ребят. Я не зазнавшийся, а просто уверенный в себе. Если они не захотят драться со мной, то я пойму». Напомню, что ранее Чимаю бросал вызов Дэмиену Майе, Майклу Кьезе, а также изъявил желание подраться с рубакой Майком Перри. Поединок Александра Волкова и Уолта Харриса в разработке на 25 октября. Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко. В своем инстаграме Магомед опубликовал пост, в котором пожелал скорейшего восстановления Александру. «Это был хороший дуэт», – пишет Магомед в инстаграме. «Александру скорейшего восстановления». Напомню вам, что буквально неделю назад Магомед убедительно победил Александра в третьем раунде. Умар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, наконец-то пройдет первый бой в UFC. Поединок состоится осенью. Об этом заявил менеджер бойца Ризван Магомедов. Магомедов отметил, что поединок Умара может состояться в сентябре или октябре этого года. Как стало известно, Забит Магомедшарипов подерется с Яиром Родригесом 29 августа. Об этом в социальных сетях сообщил сам боец, невзирая на то, что промоушен еще не делал никаких официальных анонсов. Также стоит отметить, что менеджер Забита Али Абдельазиз подтвердил вышеупомянутую информацию, при этом отметив, что бой Забита и Родригеса возглавит турнир и будет 5-раундовым противостоянием. Это все новости к данному часу. Всем спасибо за просмотр.